Всем привет, дорогие ребята! Сегодня я вам покажу, какие игры на мобилке у меня есть. Итак, давайте начнем. Первая, пожалуй, игра — это Jurassic World. Или, точнее, Jurassic World The Game. Да, она у меня обновилась. Давненько мы с вами не играли в эту игру. Не помню, когда вышел последний летсплей по ней. Так, если, конечно, связь ловить будет, то тогда, возможно, игра загрузится. Все, загрузилась. Давай. О. Ирритатор. Так. И это забрать. Джендзянгариптор. Блин, что за название такое? Мы выполнили одно задание. Так, новый уровень 21. Я выберу территорию, пожалуй. Так, открываем. Так, и здесь откроем пакетик. Выбираем еду. Еще очки доверия. Если вы думаете, что меня остановит какой-то дождик, то подумайте еще раз. Так, ну и 19 схватки я завершил. Погоди меня. Ты сгонял перекусить? Я же сказал, оставаться с Сарой. Извини, надоело ждать. Ты где? Я тут рядом. Встретимся у большой статуи на Парамаде. Так, эпизод 11. Самое пекло. Ты видела Грея или Зака? Ты ведь должна за ними просматривать. Вот это еще на меня не вешай. У меня с пресс-конференции тел по горло, детей еще не хватало. Ах ты, блин, зараза такая вот. Ненавижу Зару. Я ее не любил. В первом фильме еще. Как ни крути, мы за них отвечаем. Если они скоро не появятся, сообщим службе безопасности. Так, соберите 16 тысяч монет. Окей. Ой, так. Ого, вы только посмотрите на эти серверы, доктор Ву. Просто лаборатория мечты. Да, это вот другой разговор. А что вы делаете для проекта Арес? Доктор Маргарет Дейхоф собрала базу данных по белковым и нуклеотидным последовательностям, заложив основы того, что позже станет известно как филогенетическое дерево. Блин, ребят, извините за то, что так читаю. Просто некоторые буквы я не выговариваю из-за таких длинных слов. Сколько займет ваш рассказ? Нет, продолжайте. Соберите 25 тысяч еды. Ну, ок, соберем. Так. А, нет, мы еще так сказали, грею выкуплю. Кстати, ребят, у меня уже появился трицерат 40-го уровня. Так, а здесь у меня еще. Оп. Где попалась?
Так, мне кажется же, у меня еще один был. Так, о, задание выполнено. Так, какое задание? А, это. Так. Зайдем сюда. Собираем здесь всякие вещички. И здесь. Так. Здесь еще есть задание, но мы их выполним в следующий раз. Так. Все, разместили. Кстати, смотрите, у меня есть 2 грамма от этой оладки. Она вот может собирать различные монетки, но вы поняли. Прошу, извиняюсь за такой тихий голос, просто если не выспался маленько. Также у меня тут появились новые динозавры, это вот Асутоцератопс. Смотрите, какой красавчик. Ой-ой, по 19. Отправлю Оуна. Все в порядке. Так, теперь немного повыбираю всяких схваточек. Так, у нас против нас Диплодок 20 уровня, Иритатор 30-го и Насутоцератопс 30-го. Ух ты, нифига себе, соперники у нас какие. Ну, я выберу Мангазавра, Трицератопса. И давайте, наверное... О, вот это вот Трицератопса еще, ладно. Была, не была. Погнали. Получай. Ага, с ним динозавром что значит. Так, а я сделаю так. На! Получай. Так, против меня теперь выступил Диплодок. Ага, он против меня выступил Трицератопса. Я беру Мэнгу. Беру это. Теперь вот эта штука стала подсвечиваться маленько. Теперь буду знать, когда... Вот же гад атаковал меня все-таки. Ну ладно. Ох ты. Бабах. Ой. Снес. Так, остался Диплодок. Ну, сейчас меня не снесет. Ну ладно. Все. Все, победа. Мы победили. Ура, ура, ура. Так. О. Мы его поназываем. Так. Ага, награда, еще один Диплодок. Ага. Нет. Деньги я тратить не буду. Собираем еще пару монеток. Ой. Ну ладно, так. Немножечко поиграли в Jurassic World The Game. Теперь поиграем, пожалуй, The Cursed Isle. О, The Cursed Isle. Так, играть. Выберем Дейнониха.
Правила игры запрещено. Убивать динозавров без причины. Убивать динозавров в месте появления. Оскорблять игроков в чате. Любое обсуждение политики. Типа взрослых чате. Для взрослых чате. Нижневидовый союз динозавров разных видов. То есть... Нельзя, то есть... Ну, сообщат... Короче, вы поняли. Так, ну и все такое. Так, выбираем сервер 43 на 80. Ну и погнали. Эту игру я полюбил довольно давно. Ну, точнее, не давно, а еще в июне. И давайте, наверное, начнем. Так. Мы играем за Дейнониха. Ну, можно поиграть за других. Игра чем-то мне визуально напомнила игру The Isle. То есть, ну, помните же вот эту тоже игру онлайн, где мы тоже играем за динозавров, только там более красивая графика. Ну и здесь в целом графика тоже неплохая. Так, у меня отнялось маленько ХП. Так, нужно немного попить. Так. Блин, а как это сделать? А, у меня у самого как-то... Ну, вот эта вот зелененькая полосочка нормально так поправилась. Одуванчики тут всякие. Но в целом, кстати, модельки все довольно-таки хороши. Поскольку, реально, как по мне, создать что-то подобное, как я уже и говорил в предыдущих двух летсплеях про Цератозавра и Карнотавра, но это уже в других играх от тех же разработчиков. Там создать что-то похоже сильно научно-достоверной модельки, как по мне, очень трудно. Создатели молодцы, что постарались. О, ух ты. А тут два Рекса. Блин, мне как-то страшно даже подходить. Они, надеюсь, меня не заметят. Но если я вот так вот подкрадусь, они меня, наверное, не спалят. Так, вот один из них уснул уже. А второй что-то ходит там. Ест и пьет одновременно. Так. Пока что меня никто не видит. Но вот надо быть осторожным, ребят. Ого. Ага, они все уснули. Буду тихонько красться, чтобы они меня не заметили. Где? Пробегусь. Пойду вот так. Главное, чтобы они, повторюсь, опять же меня не заметили. А то у тираннозавров хорошее обоняние и хороший слух. Так, так, аккуратненько, аккуратненько. Я никого не трогаю. Я там видел второй какой-то кусок мяса, по-моему. Или его уже схватил тот второй. Другой Т-рекс. Ну вот, один держит мясо во рту, а второй, наверное, тоже. Так, так, так. Кстати, моделька рексов очень похожа на тиранозавров из доисторической планеты. Вот реально, посмотрите, на такая же морда черепа. Форма черепа. Так, ну вот они уже спят. Так, я просто прокрадусь немножечко. Ну, они, наверное, меня не видят. Ой, ой-ой-ой-ой. Немного близко. Главное, не задеть их. Капец, ребят, посмотрите, какая красота. Какие же они все-таки классные. Вот реально создателям просто респект плюс копилку. Конечно, можно других динозавров разблокировать с помощью рекламы, но я боюсь, мы этого не будем делать. Ну или будем, только в следующих летсплеях. И да, ребят, я наконец-то разблокировал эту игру, потому что мне все время не удавалось... Ее разблокировать, все время просили пароль поставить, там, не знаю, ввести никнейм. Но я все пытался, но у меня ничего не получалось. Ну, в общем-то, сейчас мне удалось. Теперь я буду снимать некоторые летсплеи по этой игре. Кстати, если, ребят, вы хотите летсплеи по ней, то тогда пишите в комментариях.
Так, ну, вроде пока что все нормально у меня с голодом и жаждой. Но охотиться все-таки, ребят, надо. Охотиться надо, поскольку я хищник. Ты причем довольно маленький, так как еноники, несмотря на то, что они больше, они также могут быть маленькими. Так, подойдем, пожалуй, вот сюда. Ну, кстати, как в The Isle, там можно... У нас будет расти темп роста. И еще тут есть чат. И, в принципе, мы можем что-то написать в него. Но пока что я не буду. Ну, все, попили. Все, попили. Так, и теперь нам хочется кушать. Вот у нас уже отнимается шкала голода. В целом, нам нужно сейчас есть. И, кстати, как в Виайл, тут тоже можно легко умереть от чего-то другого. Не только от голода, но и также еще сломать себе лапы. Что, как по мне, хорошо. Уже, кстати, темнеет. Темнеть начинает, но это в целом не важно. Так, уже тут игроки в чате новые появились. О! Тут еще какой-то день у них. Привет. Привет. Ой! Он на меня напал? За что? Ах ты гад! Слышь ты! Вот ты гад, а! Давай, давай, ребят, бей! Блин, я умер. Так, ладно, реклама. Блин, да что ж такое-то, ребят, вы видели, на меня мой собственный родственник напал. Это что за фигня? Это что за нападение? Так, теперь поиграем. Терекс Симулятор, это уже старая игра. О, думаю, помните вы эту игру, поскольку... Ну, да, я в нее играл еще, когда я учился во втором и первом классе. Игра 2015 года, если что. Так, нажимаем играть. Звуки приятные. Так, камеру можно повернуть. Прикольная моделька, кстати, Рекса. Так, у нас тут есть карта. А тут у нас есть спинозавр, который, видимо, что-то подъедает. Ну да, он меня заметил. На тебе, получай. Получай. Давай, 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 ребят, мы получаем только какие-то очки. О нет, он меня убил. Чего он меня так быстро... Мне что так... Ты что, сдох, что ли? Что ж такое-то? Давай, бей. Да это... Да вы издеваетесь, что ли? Меня спинозавр убил? Какого черта? За что? Ну, кстати, он на самом деле реально довольно агрессивный, Дина. И он может напасть в любую минуту. Давай, 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 Рекс. Да блин, да ребята, я уже тут... Я уже тут не знаю, я сколько сдох. Все. Отлично. И это он так типа съел. Так. Кстати, я тут получил какие-то очки. Так, кто-то по разворотов бегает. Я обожаю свою карту Тинькофф Блэк. Так. Сейчас нужно убрать рекламу. Ну, кстати, звуки довольно прикольные. Это показанный динозавр здесь соответствует. Так, я нахожусь в воде. Все. Мы убили нашу добычу. И мы можем поесть. Ну, это просто обычный симулятор. С
целом для своего времени он был хороший, но сейчас в целом этот да вряд ли кто-то и будет играть. Так, попили немного воды. И теперь можно идти в путь. Кстати, ребята, вам что? А вам какие симуляторы больше нравятся? Онлайн или... Или вот такие вот обычные старые? Мне вот те и те больше нравятся, поскольку... Ну, они довольно интересные и красивые. Кстати, я даже сделаю видос по по теме того, какие же симуляторы или не симуляторы, или какие игры про динозавров вообще стоит играть. В целом, поскольку, ребят, на самом деле в Play Market довольно мало игр про динозавров. Так, Велоцираптор. В маркете довольно мало игр про динозавров, и поэтому найди что-то подобное, такое вот, типа, что, по типу The Cast Isle, или даже Jurassic World The Game, или Ark Survival World того же. По сути, там и хочет кто-то дойти, а обычно всякая фигня попадается. Ну, вы поняли. Так, а это у нас, видимо, апатозавр, или... Кто это? Так... Да блин, да что ж такое-то? Всегда захожу в менюшку, всегда вечная реклама выпадает. Так. Убираем. Так, мы можем менять свои характеристики. О нет, у меня закончилась энергия. Он меня сейчас убьет. Блин, я походу, наверное, зря нападаю на остальных диносов, но да ладно. Так, он отстал от меня? Да, отстал. Короче, ладно. Сдохли и сдохли. Ну ладно, ребят, это еще не все игры на мобилке, которые у меня есть. Поэтому, если вы доберете много лайков и много просмотров и комментариев, то я продолжу данную рубрику. Итак, всем спасибо, всем пока.